В немецких синагогах вспоминают ночь, которая, как считается, положила начало Холокосту. Ее называют «Хрустальной», потому что она сопровождалась серией погромов против евреев во всей нацистской Германии. И на утро все улицы немецких кварталов были устланы битыми стеклами витрин и окон. Погромы в ту ночь с 9 на 10 ноября 1938 года прошли также в Австрии. Они стали ответом на убийство немецкого дипломата польским евреем немецкого происхождения Гершлем Гриншпаном. Главными исполнителями нападений стали военизированные отряды национал-социалистической немецкой рабочей партии. В результате погромов было сожжено около 1000 синагог и повреждено около 7000 еврейских зданий и магазинов. Кроме того, было убито более 90 евреев. В Берлине к 75-летию с момента погромов был организован молчаливый марш. В нем, в числе прочих, приняли участие религиозные еврейские лидеры и местные политики. Сейчас время, когда свидетели тех событий умирают, и мы должны найти способ, чтобы почтить эту дату памятью. Также важно инвестировать в активное образование, больше об этом говорить не только в школах, но также в других образовательных учреждениях, на рабочих местах и в церквях. Стоит отметить, что в «Хрустальную ночь» немецкие власти, включая полицию и пожарных, не вмешивались в события. За погромами последовали более масштабные экономические и политические преследования евреев.